Помимо первых массовых субботников, на ближайшие выходные в Чебоксарах запланирован и старт заявочной кампании по приобретению путевок в загородные оздоровительные лагеря. Прием заявлений в школах будет осуществляться с 13 апреля вплоть до 30 июня 2019 года сразу на все смены и во все лагеря республиканские и муниципальные. Постановлением Кабинета министров в этом году стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря на смену продолжительностью 21 день определена стоимость 14 962 рубля. В этом году тоже стоимость будет для родителей 20%, 30% и 50% в зависимости от семейного среднедушевого дохода. Комиссии начнут проверять готовность муниципальных лагерей с 20 мая. Первая смена стартует в первый день каникул, 1 июня. Дети, которые останутся в городе, смогут отдохнуть в лагерях дневного пребывания. Их организуют на базе 54 школ и 4 учреждений дополнительного образования. В общей сложности теми или иными видами отдыха в столице Чувашии планируют охватить 36,5 тысячи детей. Все вопросы можно задать по телефону горячей линии. Их вы сейчас видите на экране.